Всем амурский привет! С вами я, Железный Кот. Сегодня в этом видео я вам расскажу, кто сильнее, Железный Человек или Магнето. Ну а перед началом видео ставь лайк, подписывайся на мой канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Что ж, ну а мы начинаем. Погнали. Думаю, все понимают, что в бою без подготовки победит Магнето. Ведь он просто сожмет Железного Человека в консервную банку. Но что если бой будет с подготовкой? Есть комикс, в котором Тони Старк создал костюм не из железа, специально для боя с Магнето. И в том комиксе победу отдали Железному Человеку. Так что с подготовкой у Тони Старка есть реальный шанс выиграть. Думаю, вывод из сегодняшнего батла вы сделали. Ну а вывод таков. Без подготовки победит Магнето. Ну а с подготовкой победит, конечно же, Железный Человек. Что ж, ну а на этой ноте я с вами прощаюсь. Всем удачи. Ну и пока.